красной планеты есть очень много разных птиц. Птички любят строить гнездо. Птицы бывают домашние и хищные. Простые бывают птички, очень красивые. Птички несут яички и строят гнезда. У них много разных дел. Они собирают зверьков. Они просто летают. Они машут крылышками и летают. Некоторые и не летают вовсе, а ходят ногами. У кого-то огромные крылья, и еще у кого-то маленькие. Есть птицы-певицы. Есть певчие птицы. Некоторые птицы плохо поют, но даже какают. А есть одна птица, всем птицам царица. Это жар птица. Летает она и днем, и ночью, и над лесами, и морями. Но мало кому довелось увидеть ее, хоть она и огромная, яркая и красоты небывалой. Говорят, что видели ее только в сказках. Но пролетая, теряет жар птица свои волшебные перышки. А те, кто найдут перо, становятся счастливыми и удачливыми, исполняют перышки заветные желания и творят чудеса.